Кать, ты что натворила? Кать, Кать, морду. А что ты убегаешь, а? Что ты убегаешь? Что это такое? Вообще. Вон, что сделали. Вот, пробили. Коты, ничего себе, звери. В доме мусор устроили. Да вообще. Это не коты, это какие-то свиньи. Ничего себе, приехали мы домой. Сколько нас не было? Дня всего. Да, еще было бы, если бы на неделю бы мы съездили. Вообще. Это вообще что такое? Че она? Слушай, я когда ей сказал, Катя, говорю, что она делала? Она, представь, рванула сразу на улицу, за ограду сразу. Вообще. Как она открыла? Шифонер. Она залезла, представь, сюда, она скинула форму. Сухой. А это он наверху был, вон там. Вон там. Вон где. Чего себе она натворила? Ой, Катя. Ну и видно, еще помогали. Тут. Парни. Коты. Кошмар. Ну они все съели. Молодцы. Нет, вот там чуть-чуть осталось. А сейчас, да? Ничего себе, дикари. Ох, кошмар. Они тут твои украшения скинули. Ужас, что они наделали, а? Рассказывай, кто виноват? Катька? Да? А Кузя был виноват? Кузя? Тоже был? А Тимошка? Тимошка основной. Смотри, он Тимошка не любит. Дает его по полной. А Владик? Владик. О. Я так понял, больше всех виновата Владик с Тимошкой? А Катька? Тоже виноват. Да. А ты? Смотри, ворлыка не молчит. А ты не виноват? Молчи, смотри, молчит. Ты хорошенький. Хорошенький.